любопытство, а удивление. Любопытство – это что такое? Это правда, просто новое. А что такое удивление? Чем оно отличается от любопытства? Когда не задумываешься над этим? Удивление возникает тогда, когда в известном ты вдруг открываешь что-то тебе неизвестное. Вот это надо, чтобы ты что-то узнал известное. Это удивление, первое, продолжающееся познание.